Так, я возле машины сейчас обойду и покажу ее. Сорок пять. Капот вроде бы не крашен. Сейчас посмотрим дальше. Крыло красилось. Так вот, без поклевки, просто окрас. Стойка вроде бы нет. Крыша. Ну нет, крыши тоже нет. Крыло родное. Дверь родная. Эта дверь тоже. Внутрянка целая. Чуть-чуть паутины. Сидушка хорошая. Тут царапин я никаких сейчас не вижу. Проем тоже целый. Стекла родные, пока смотрю. Вот это стекло менялось. Дверь не крутилась. А это не вы меняли это стекло? Честно, я ремонтом не занималась, по всех этих... А, я понял. Да, да, понял, без питань, да. Бампер, видно, что красился. По зазорам ровно стоит, фары без колов. Решетка вроде тоже без колов. По зазорам тут все хорошо. Крыло вот это красилось. Зазор мне что-то не сильно нравится. Капот. Капот такой непонятный, типа на грани. Да, красился, понятно. Без поклевки, так, чисто косметика. Может, вообще менялся. Стекло менялось. Тут хром чуть такой, типа, как подцвел. Тут тоже. Стойка красилась. Чем только нижняя часть. Крыша родная. Что такое скол? Дверь целая. Проем целый. Чуть обвисла резинка. Сзади сидушки нормальная крыша. Ну, точнее, потолок тоже хороший, не грязный. Тут какая-то штука непонятная. Дверь целая. Дверь вот эта, по-моему, откручивалась. Сейчас снизу еще гляну. Прям очень непонятно, крутилась или нет. Крыло
крутилась, возможно, даже менялась. Район целый. Так, сидушка водителя адекватная, нормальная, руль типа адекватный тоже, боковина не затертая. Тут пока визуально все норм. Педали тоже хорошие. Так, заднее стекло оригинальное. Крышка не красилась. Не крутилась. По внутрянке тоже все хорошо. Запаска, наборы разные, тут все присутствует. Там аккум. Диски, кстати, покрашенные. Крашеная так себе резина, такая, по-моему, уже старенька, потресканная. Что тут еще? 245-40, 18 и 19 года. 19 уже такая порепана. Тормозные диски нормальные, колодки новые. По этому диску, ну, бордюрки нет, но вот покрашено, как будто с баллончика просто задуто. Так, вин нормально, тут ничего не мятое, все грязное. Капот даже не крутился, по-моему. Или подкрашивался. Стакан родной. Там все нормально. Турбина сухая. Какая-то запотевшая на разъеме. Такого не может быть, не знаю, что это такое. Фара немецкая. Какого года не видно, там грязно. 15-го. Да? Нет. Блин, так все грязно. Сейчас загляну. Две фары 14-го родные. Ну как родные? Мы уже менялись на 14-й. Так, там все сухо. Вот. Есть чуть-чуть запотевание. Ладно, сейчас фонарик возьму. Тут передняя крышка в масле. Это, видимо, с фаз течет. Тут резинку надо менять. Ну, передняя часть мотора прям нормально в масле. А снизу он там куча масла. Клапанка течет. Ну и тут все в масле тоже, вот тут в районе крышки. И тут масло со всех сторон пока что. На коробке штуцер тоже замасленный. Жидкости в уровне.
шанс дати. Для вас хорошо, но работает. Ой, горячек. Это ошибка есть. Вчера засветился, не стало проверяться. Угу. Она на английском не приведена, и тут, я так понимаю, волны, да, четных нету. Ну, по рейке все норм. Все каплодебники, я так понимаю, все работает. Да. Угу. Люк работает, да? Угу.